Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Королевский Рой. Начать. 67% мы уже прошли от игры. У нас 15-я миссия. Убийство опять? Скажем честно, эти описания не так уж и много рассказывают об уровнях. Да и уровни все одинаковые, просто у врага появляется новый боец, способность или что-то еще, что станет вашим на следующих уровнях. Ну вот, дело сделано, больше никаких описаний не нужно. В принципе, он сознался сам в этом, что действительно появляется просто какой-то каждый раз новый юнит или новая возможность. Привет, я очень хочу тебя убить. Да ты что? Да? Я часто это слышу. Но почему я хочу тебя убить? Думаю, это в наших генах. В прошлом агрессивное поведение по отношению к чужакам давало нашему виду эволюционные преимущества. К сожалению, мы остаемся рабами своих генов. Я не верю в гены. А ты как думаешь, почему мы хотим убить друг друга? Ну, потому что ты зеленая уродина. Это ты уродина, красномордая. Я очищу от тебя этот мир, зеленоглазка. Ну, попробуй, дурында. Красномордые, зеленомордые, короче. Прикалываются друг на друга. Так, ну что, гусеничка у нас на месте. Этот начинает плодить. Причем, ребята, он не успел начать, у него уже было двое. Такс. Блин, у нас куча эволюций, ё-моё. Я даже не знаю, за что теперь хвататься-то мне. Так, ну, вначале, естественно, я, наверное, возьму все-таки когтистого. Сделаю. Так, еще не забываем, что тут медики у нас появились. Твою налево. Медики, что, он уже там выпустил кого-то, нет? Он плодит. Гаденыш, без остановки причем плодит. Так, у меня будет 7, да? 7. А улучшение на сколько стоит? Дай-ка вспомнить. Первое улучшение стоит соточку, блин, дорого. Так, все, начинается у него, короче. Ну и мы тогда начнем. Так, я сейчас попробую звездануть им еще. Вот здесь вот. Не, наверное, лучше поближе, да, когда подойдет. Блин, у меня там личинки делались. Ладно, фиг с ним. Сейчас. Пускай подойдут еще ближе. Вот теперь можно. Да ё-моё, я говорю, можно, блин. Ну ты что, издеваешься, что ли? Так, ладно, давай еще одного вызовем, наверное. Так, у него там никого нету? Вроде тишина пока. Так, это будет 10. А давай мы сделаем вот так вот. Так сказать, очистим планету от всяких ушлепков, которые тут. Так, 11 и последнего сейчас сделаем. Все, ребят. Эти у меня будут сделаны все. Теперь дело за малым. За прокачкой. Ну куда ты? Зачем? Блин, ты посмотри их сколько здесь. Да ты полюбуйся. Блин, а? Ладно. Вот здесь вот надо было применять ядерную боеголовку-то, если честно. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы, как обычно, по старой памяти сделаем с тобой плевунов. И плевуны здесь будут уже спокойненько разбираться. Мы даже сделаем... Да, я, наверное, все-таки улучшу вот этих массовых плевунов. Арр! Злится, злится чучундра. Так, мы... Я отрастил себе несколько лишних органов. Это как? Ну, я подумал, что было бы здорово иметь несколько дополнительных органов. Поэтому я их отрастила. Ну, наверное, это все объясняет. Это... Вообще, о чем сейчас был разговор? Какие органы еще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как меня тут, ребят, сейчас расколбасят. Эй, а почему твои бойцы быстрее моих? Я же говорил, я отрастила лишние органы.
Не понимаю, как это что-то объясняет. Слушай, я тоже не понимаю, но у него действительно быстрее, чем мои двигаются. Так, ребят, нам надо, наверное, вот этого делать. Ты понял, да? Это хил. А, эволюцию, я же забыл эволюционировать на своего любимого Чиката. Ёк-мака, я только сейчас вспомнил, ребят. Так, нужно 70. Эволюционировать, вот, ё-моё, 75 даже. Да отвалите вы, а. Чучундры, лезут они мне тут. Так, давай одного медика позовем все-таки, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, готовы. Надо, наверное, лупануть сюда. Ну куда, куда, куда лезешь ты? Куда лезете-то, а? Супостаты несчастные. Хиляет, хиляет. Опять идет армия чухонцев этих. Так, нам не помешает какой-то еще летун. Любой, ребята, любой летун нам пригодится. Такс, мы пошли, короче, его мять. На-ка, выкусил. Блин, я боюсь, ребята, как бы он тут боеголовку свою не применил. Ядерную, естественно. Он же как почувствует, что пахнет жареным, сразу же начинает боеголовку выпускать. Ну куда ты-то лезешь? Ну и... Вот, вот его просили, ребята, а? Лезть на рожон. Он полез. Сейчас и отдуплится. А сам себя он хилять не может, да? Слушай, он сам себя не умеет хилять почему-то. Хм, ты посмотри, как у нас круто получается. У нас и сверху прикрытие, да, получается, и здесь, если что. Вот этих, конечно, маловато у меня. Медика забомбили, но у меня там идет свеженький медик. Еще летуна возьму. Ох, как ему не сладенько-то. Ох, как ему не сладенько, друзья, ты смотри. Это я понимаю. Так. Пошел урон, 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 урон. Ребят, по базе пошел урон. Просто без слов поливаем. Нет, у меня больше органов. Я могу проиграть. Больше органов, больше побед. Это математика. Подвела тебя, парень, математика. Так, открыта новинка для дальнейших уровней. Дополнительное сердце, мозг яичника. Теперь вы можете мутировать яйца в дополнительные органы для пассивных улучшений. Не совсем понял я. Хм. Ну что же. В оригинале на английском в описании этого уровня была длинная тирада о сериале «Баффи. Истребительница вампиров». Вы ничего не потеряли. «Баффи. Истребительница вампиров» — это вообще старый-старый сериал. Я еще малой, по-моему, был. Показывали его. Ну как малой, не малой, но... Круто, тут везде вода. Но это никак не влияет на игровой процесс, это просто фон. А? Ты ведешься, как будто не понимаешь, о чем я. Но я думаю, понимаешь. А? Ты же на самом деле не говоришь «а». Ты читаешь этот текст и полностью его понимаешь. А? Я разговариваю не с царицей Роя. Я говорю с тобой. Ты какая-то жуткая, я тебя убью. Ну попробуй, игрок. Игрок. Так, а где эта мутация делается, интересно мне знать. Неужели это... Ага.
просто орган. Просто орган написано, ну. Мутируйте во что-то полезное. Как понимать, мутируйте его во что-то полезное? Органы пассивные. Как это должно работать? Чё-то я пока не понимаю, ребят. Ладно, не суть. Давай начнем. Когтистых сейчас вначале сделаем. Давай, 70 мне нужно. Угу. Блин, 75. Так, вот, когтистые у меня готовы. Если что, ребят, сразу же. Че он там закряхтел? Очень-очень, конечно, долго они делаются. Так, наверное, сейчас будет уже враг. Нет, он потихонечку. Раз, два, три, четыре. Мне бы мутировать бы мои. Угу. Мне бы моих в плане. А почему? Подожди, а с какого перепуга гусеничка сразу же на меня, блин, перевернулась? Ее никто не трогал, блин. С какого перепуга, эй? Сейчас бомбанем. Сразу же, чтоб обломался. Тут привык халявничать. Так, давай-ка сотку накопим, наверное, эволюционируем наших этих. Сразу же эволюционируем. Собирает больше нектара, чем обычный, да? Такс. Понятно, началось. Так, у него там хоть урон-то, да? Нанесли маленечко. Ага, рвем. Я не пойму, как вот это должно работать. Заставляет ваше бойцов двигаться и атаковать быстрее. Так, ваши атаки нейротоксиновые гусенички перезаряжаются быстрее. Все ваши базовые бойцы стоят на 20% меньше. О, вот оно что. Наконец-то я понял. Но мутировать можно во что-то одно, да? Или... Понятно, короче. Может быть, двигаться быстрее? Ага, я тоже так сделаю. Думает, он один такой умный, да? 150 стоит, ребята, одно улучшение. Поэтому сейчас мы сделаем. Вот только во что? Я думаю, наверное, двигаться и атаковать быстрее. Мне кажется, это будет, наверное, самое оптимальное. Чтобы мы двигались быстрее. А то он, по-моему, двигается быстрее, чем я. Ну вот, я даже уже чувствую, что мы двигаемся быстрее, ребят. Или мне это так только кажется? По десятке, да, у него то же самое прокачано, ребят. Он тоже атакует по 10. Так что... Так, последнюю гусеничку мы с тобой делаем. Точнее, добытчиков. А мутировать, да, мутировать можно только во что-то одно, я понял. Так, ну что же, хорошо, я тогда следующим буду делать... Наверное, хилов. Хилов надо делать, да. Блин, а, ты посмотри. Так, либо еще сделать одну, ребята, эволюцию. 125, давай-ка сделаем еще одну эволюцию. Чтобы по максималочке. Не дотягиваюсь, к сожалению, не дотягиваюсь. Не даст. Не дает мне, ребята, здесь нормально обустроиться, так скажем. Давай. Подходи. Опа.
Плевуны. Давай возьмем плевунов. Плевуны, ребят, хорошо сзади, именно за нашими танками. Как обычно, вот новый боец. Где там у тебя новый боец? Покажи. Опа. Ай, не потребляйся, удивленные. Ты же видела белый контур на экране информации об уровне. О чем ты говоришь? Белый силуэт с красным вопросительным знаком на нем, помнишь? Ты еще подумала, что он похож на Скорпиона. Потому что он и вправду похож. Я знаю, что честно ты ответить не можешь, но ты понимаешь. Я знаешь, что понимаешь? Что вот этот вот... Эти скорпионы, по-моему, ребята, куда сильнее, чем мои эти. Блин, эволюцию надо сделать же. И сделаем летунов. Че, они настолько прям мощны, что ли? Я не пойму. Ёк-макарёк. Ну, хорошо, что плевуны у меня сзади. Это да, ребят. Так, давай-ка вот этого сделаем. Ну, я пока не могу делать скорпиона, как ты понимаешь. А вот эволюцию... эволюцию я делать буду обязательно, ребят. Обязательно. Да, скорпионы будут сильнее. Ты посмотри, как они разбирают. Ёк-макарёк. Просто запинывают в 3 секунды. Да, так дело не пойдет, ребят. Так дело не пойдет. Я надеюсь, скорпионы не могут бить воздушные цели. По-моему, не могут. Ну вот и славненько. Вот и славненько. Раз не могут, давай тогда еще возьмем этих. Так, ребят, что-то мне вот это совсем. Они очень... Ты посмотри. Они бьют моих этих добытчиков. Ты же можешь что-то? Нет, ты не можешь больше не эволюционировать, да? И ты тоже. Вот придется мне теперь вот такой вот, ребята, армии. Ты смотри, что он сделал. Он позвал теперь плевунов. Нет! А, он и своих же. Он и своих же, идиот, завалил. Это его проблемы. Так. Блин, мы что-то отдуплились. Сейчас попробуем. Ага. Уж хорош уже, а? Я ведь тоже так могу. Да почему они побежали там на моих? Блин, ты-то там чё, как? Его сейчас уничтожат. Недостаточно нектара, зашибись. Он просто с удара. Он берет просто и с удара, ребят, уничтожает. Всех. Этих-то мы должны вообще разносить в пух и прах, блин. У меня преимущество, ребята. У меня вот эти вот намного лучше, чем у него. Вот эти однодневки, одноплевки. Чего они мне дичь втирают-то какую-то, а? Естественно, мы лучше должны быть. Мы не то, что должны, мы и есть лучшие. Он плюнул и думает, что... Я ему прощу это, что ли, все? Нет. Единственное, что да, вот если, ребята, скорпионы врываются сюда, вот в эту. Вот начинается, короче, раскормсон. Вот тут вот я ничего сделать не могу, ребят. К сожалению. Я не виноват, что ему дали имбу. Нет, я в этом не виноват.
Блин, я только начинаю этих, он выпускает плевунов. Ну... Блин, гусеничка у меня уже столько отняла энергии на базе, я тебе скажу. Вот какого лешего ты лезешь-то? Понятно, короче. Загремел. Да, этот уровень, ребята, уже на 2 звезды. Со скорпионами тяжело. Блин, это гусеницу еще не... Я не могу никак, ребята, перейти вот сюда, вот, вот. Да, даже, я даже не могу до гусеницы дойти, ты понимаешь? Нет, не получается у меня. И ничего я с этим не поделать не могу, ребят. Хоть и вызываешь этих летунов там. Да кого ты только не вызываешь. Ты посмотри. Я боюсь, я тут проиграю, ребят. Если честно. Может быть, вот это что-то... Нафиг я убрал, ё-моё. А знаешь, что я сделаю? Я вообще уберу отсюда это улучшение и поставлю медик себе. Да? Нафиг эти щупальцы, органы. Пускай у меня будет лучше медик. Он и плюется, и наши хиляет. Мне кажется, так будет оптимально. Наверное, блин. Ты посмотри, что он тут заплевывает. Так, медик работает. Работает, ребята, медик, пока. Пускай слабенько, но работает. Да хорош, успокойтесь уже. Ну где мои щупальцы-то, блин? И вот смотри, что он делает. Раз, два, три. Пока я с этим... Он и так до бесконечности, короче. Так можно до бесконечности просто бомбить, и ничего у нас не получится. Блин, медика надо. Да он тоже так стоит дорого. 75, блин. Как бы особо-то, ну... Хорош там буянить. Дырки несчастные. И вот опять начинается. Вот он, опять, ребята, армию выпускает. Куда ты-то бежишь? Я умываю руки. Я не знаю, как здесь вообще, ребята, побеждать их. Скорпионы эти, да, не достану. У меня, смотри, уже сколько там здоровья осталось на базе. Смотри, он опять призвал, ребята, этих плевунов теперь. Он плевунов ускрепил. Ну как можно играть вот так вот, ребята? Ну... Одного за другим выпускает по 4 отряда. Ну что это такое? Это нормально? Это имбово, блин? Он выпускает их по 4, ты посмотри. По 4 выпускает их, на постой причем, блин.
Эй! Да иди ты! Не могу придумать ничего умного, чтобы сказать о своей неминуемой победе. Я тебе говорю, тут, ребят, как будто специально все делал, как будто вот заранее, блин. Чего он там, объелся, что ли? Что за секундное прослабление? Ну, понятно, секундное прослабление действительно было. Ну где мой нектар-то? Он два раза уже успел. Я до сих пор не могу. Вот уж шлюпки, а. Просто ушлепки. Самые настоящие, ребят. Офигею. Нет, тут я, походу, проиграю, ребят. У меня на базе осталось здоровье. Шиш да не шиша. Зря, наверное, вот этого вот взял. Слишком дорого, во-первых, он не обходится. Во-вторых, он не стоит того. Он того не стоит. 125 энергии его запинывают там быстрее. То есть, как я погляжу, можно обычными вот этими одиночными, ребята, играть, и все будет нормально. Видишь, опять свою армию калашматит, а? Утырок. Да. Гусеничковая мерзкая. Захват тундры. Уничтожили, ребята, да, уничтожили мне базу. Да иди ты. Все это мы читали уже. Ну хорош уже, а. Блин, как вот быть, а? Начальник выпускает скорпионов, да? Я не знаю, есть ли смысл мне вот здесь вот что-нибудь. Не знаю. Или не стоит, блин. Или не мутировать, пока обычными проходить. Ну, скорпионы, ребята, ну, скорпионы, ё-моё. Вы же видели, блин, что мои когтисты просто не справляются с ними. Ладно, боеголовку оставим на потом. Так сказать, на экстренный случай. Давай думать. Ну, когтисты в любом случае нужно, ребят, тут. Хочешь не хочешь, их нужно эволюционировать. Так, дальше. Возьму. Так вот. Может быть, этих взять? Хорош против стрелков для защиты других бойцов. Пост против стрелков. Ну, против стрелков я понял, против каких стрелков. А, уже идет, ребят, уже идет армия. Здесь вначале взорвем их. Использовать ядерную бомбу 10 раз.
Так. Прячущихся сзади ценных бойцов, например, других стрелков или бойцов поддержки. Или бойцов поддержки, да? Так, здесь. Но у него летающих-то, по-моему, нет. Он же не вызывает летающих, насколько я помню. Пока у него здесь ребята скорпионы идут. С этими-то мы, со скорпионами мы быстро разберемся. Так, грозовой кальмар. Шестьдесят. Так, последнюю гусеничку делаем. Надо будет потом еще прокачать, друзья. В ближнем бою, да. Слабоваты. Так, ладно, надо... Сколько там копить на эволюцию? Сотка. Я думаю, стоит ли мне здесь все-таки вот эту прокачивать или нет. Ладно, давай посмотрим. Сотку же хотел на эволюцию сделать. Этот вообще бомбить будет или нет? Что он не будет делать? Эволюционируем. Не будем пока, не буду тратиться пока. Так, что у нас тут получается? Так, ваши атаки нейротоксином и гусеничкой перезаряжаются быстрее. Все ваши базовые бойцы стоят на 20% меньше. Когтистая личинка, плеватель, молниевик. На 20% дешевле. Да, вот он, ребята, и начинает нового бойца вызывать. Вот он. Так, а мы будем, наверное, вот это вот прокачивать. Там бубни, да бубни там сколько хочешь, бубнила несчастная. Нет, я не хочу эволюционировать. А этот у нас больше ни во что не эволюционируется, к сожалению. Такс, ладно. Ничего вытворяет. Видишь, что вытворяет? Thank you.
Да ну. Что вот от этих толку, ребята? Я не понимаю от них толку. Летает, ничего не могут сделать. Просто... И что? Ну и что? Угу. Вот это вот, зачем так близко подходишь-то, а? Нет. Без этого здесь делать нечего, ребят. Да неужели? А он же сейчас боеголовку, ребят, применит. Вот так вот. Трус болотный, а. Ну давай, 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 мы вас ждем, блин, как я не знаю кого, как манну небесную, блин. Когда вы там явитесь. Я просто боюсь, сейчас он этих вызовет, ребят. Как их звать, скажи, я скажу. Ну этих метателей. Метателей, плевунов, как там звать. Берет просто и с удара вырубает. Нормально? Просто с одного удара, ребят. Вон они. Вон они, ребятушки, плевуны-то пошли. Нафига вы там подходите так близко? Я не понимаю этого. Слушай, ну... Как бы тебе это сказать помягче? Вот эти вот ребятушки очень хороши против... Блин, они-то хороши, но... Так, он теперь, смотри, что, он поменял тактику, ребята. Он начал в разносолочку делать. Угу. Я не дотягиваюсь. Ага, не нравятся ему мои вот эти вот, которые... Потому что они очень хорошо, ребят, наносят урон. Наносили. Пока гусеничка на моей стороне, ребята, будем бомбить. Потому что как он меня в тот раз бомбил... За счет гусенички. Так, теперь мы будем его бомбить. Так. Ага. Я, наверное, пока не буду тратить. Хм, ну слушай, есть действительно, ребята, в них профит. Причем такой довольно неплохой профит, я тебе скажу. О, нет, игрок каким-то образом короче, понятно. Обмозга выиграл, блин. Хе-хе-хе-хе, ребята, стратежка. Вот она, стратежка-то победоносная. Но тогда просто невозможно было сделать. Фух. Че-то люто я аж, ребята. Уязвитель, силен против других бойцов ближнего боя, особенно против танков. Натиск двигается быстрее, если находится далеко позади или попадает под атаку стрелков.
Ну что, 17 уровень, ребят. Стоп. Улучшение. Так, ваш нейротоксин перезаряжается на 2 секунды быстрее. Понижение уровня или отмена мутации, понятно. Если это нуется здоровье, когда вы создаете бойца. Давай, наверное, не нейротоксин, чтобы у нас быстрее шел. На этом уровне злобная царица Руя жестко атакует вас, и вы вынуждены защищаться. Прям вообще жестко будет меня атаковать, что ли? Помогите! А? Кто-то идет меня убивать. Это я, что ли? Да. Ну, я должна делать то, что должна. Ну, так ли это, подумай. Да, это так. Да, это так. Жестко, говорит, будет меня атаковать. Что-то мне не нравится, ребят, этот акцент на жесткость. Так, ладно. Сколько стоит мутация, интересно, до финалки, до скорпиона? Тут, понятное дело, ребята, скорпиона будем брать. Даже не обсуждается. Вначале 75 надо накопить, да? Или вначале прокачать всех гусеничек? Ну, гусеничек, добытчиков, в общем, ты все равно понимаешь, о чем я говорю. Наверное, все-таки я сделаю, друзья, скорпиона. Ну, до скорпиона дойду. Да, гусеничка проснулась. Пошел, да? Первый пошел, второй, третий. Ну, как всегда. Четвертый. Пятый. Слушай, а хо-хо не хо-хо? Захотел чего, а? Так. Он все время убегает-то наверх куда-то там. Сколько стоит? Сотка. Инфосотка, берем, ребят. Сейчас мои скорпиончики, ребята, покажут ему, где раки-то зимуют. Давай, 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 иди сюда. Не, пока не буду тратить. Подойдут поближе, а там мы их и накажем. Сколько я не вижу. Разобрались как сосун. Так, а мы против танков, насколько я помню, хороши, да? А он танк, насколько я помню. Ладно, у меня есть план. Перестань делать бойцов и просто удерживай пробел. Это план так себе. Но это с какой стороны посмотреть? Что он задумал, а? Он решил меня вот этими танками, что ли, бомбить? Или что? Ну, это такое себе удовольствие, если честно, если он захотел меня просто наказать танками. Вот, гляди, это шипастый танк. Оу. Это что еще такое? Это танк, который был раньше, но у него есть шипы. И что? Разве из названия непонятно? Шипастый танк, а? А? А?
Эй! Фу-флу, ребята, это шипастый танк. Больше здоровья и брони, чем у обычного танка. А враги в ближнем бою получают 6 единиц урона при атаке по нему. Вот эти вот красавчики, скорпионы, они против танков созданы специально, ребят. Так что напугал ежа лопатой. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!